Короче, мы хотим проверить, что будет, если скинуть арбуз на машину. Еще не слышали про JetCash? Это просто бомба! В игре все зависит от интуиции. Угадывай правильные клетки и поднимайся все выше, зарабатывая больше денег. Не веришь? Попробуй демо-режим прямо сейчас. JetCash. Ссылка в описании. А всем привет, ими Тимон, и ребята, у нас зима, все серое и белое за окном, реально скучно, и мы решили развлечь себя и вас, и приехали на парковку, где снимали летние выпуски, когда скидывали различные антистрессы, арбузы, страусины, яйца, короче, было весело. Вы не поверите, в январе месяце мы достали арбуз, он стоит пипец, как 20 арбузов, которые можно купить в августе. Короче, мы хотим проверить, что будет, если скинуть арбуз на машину, на мою машину. Не спрашивайте, зачем мы это делаем, нам реально скучно. Я не претендую на заумный контент, но весело будет, ребята, уж точно. Подписывайтесь на канал. Я запускаю рубрику «Месяц дурацких краш-тестов». Пишите ваши идеи, лучшие комментарии попадут в видео. Короче, ребята, тут высота где-то третьего этажа, арбуз у нас небольшой, килограмм на 5,5, очень спелый и, наверное, вкусный, но пипец какой дорогой, за его цену я мог купить 2 килограмма икры. Короче, давайте скидывать, ребята, есть предложение попробовать угадать в комментариях, разобьется стекло или прогнется крыша, ставьте видео на паузу, чтобы не подглядывать, и пишите ваши предположения, будет круто потом почитать. Я лично не уверен в крепости машины и немного нервничаю, что мне придется ее ремонтировать, ну что не сделаешь ради крутых видео. Фух, я готов. Абсолютно пофиг. Так, давайте быстрее бежать и посмотрим там что. Ребята, она целая. Да, стекло целое, хоть я и целился в крышу. Недолет, малеха. Вы бы знали, какой у меня был жим-жим, когда я понял, что я кинул не туда. Я подумал, пипец заднему стеклу, и тут творится полная жесть. Вы бы только знали, как тут пахнет спелым арбузом, тут просто такие запахи передать невозможно. Этот арбуз и явно был супер спелым, очень вкусно пахнет. Так, я пошел отшкребать его от асфальта, потому что он реально пахнет, буду есть пола, шучу. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, чтобы я понимал, снимать еще или нет. И подписывайтесь на канал, рассказывайте обо мне друзьям, и всем удачи, и пока-пока.